едем на трассу. Сидик сказал. Сотка вообще напердела тут. Сейчас выход. Да все, сломалась машина. Фара сломалась, машина не хочет ехать. Я не знаю, что делать. Та-да! Honda Primogra. Дачный вайб. Или, ну как, не совсем дачный. Алло, да. Ну вот что есть там, как сосиски попить что-нибудь? Павел проводит работы. На таких вот часах работают люди. Да. Короче, сейчас масляный поддон снимается. И надевается обратно. И не надевается обратно, а будем смотреть на стружку, на прочую всякую тему. Вот. Ой, слушай, а тут даже и стружечки нахуй нет. Знаешь, микроподливок. Поэтому я теперь стараюсь не пукать. Вообще, я тарелку есть, тебя мешали? Я в ахуе. Что, нормально? Да. Дальше только. Давай, Паша. Сейчас мы все сразу приготовим, поставим. Паша, отойди.
Evil Empire, laughing all the way to the bank. И чё тут, мужики? Походу. Он что-то разваливается. Нахуй. Поршень? Нет, это... А, кольцо. Это вот тут ему кольцо, смотри, какой пизда, блядь. Вот оно застучало. Давайте его ототрём. Мясо. Ты нахуй, лентимка. Съебились. Специалист по прокладкам. Много видел, много менял. Все подписано, вкладыши. Подставка для пива японская. Жесткий хакинг в блоке цилиндров. Жмом, и виновник этого года. Этого торжества. Где шрус? Где двигатель мех? А, шрус вытащили мы? А ну. Короче, вот настолько прогнил днище. Двигатель не помню. Пиздец. Дороги в капру. Мне, кстати, выжимном пиздец. А где выжимной? А я не ебу, кстати, где выжимной. Куда-то мы. Кольца, подшипника, сетка маслосборника. Прокладка. Прокладку на маслосборник тоже определенный надо. На пригорке оставишь здесь. На пригорке оставишь, там машина стоит. Прямо у нее нет передачи, только задняя? Только задняя. Малыха дома. Замораживаю. Пеном греешь, а другую часть замораживаешь. Ну да. Все одевается. Поршипники, которые на горячую, на коленвалы сажаются. Легко, там все прям. Коленвалы. Ну, крышки шатунно. Мы кроме, значит, у меня 31 затяжка. Типа для вот бэшки 16 и бэшки для бэшек 16. 40 ньютона. 31. Не дохуя, нет? Да нет. Лёг привод закручивать. Эй, отсюда выпало этот, блядь, вся гайка. Пиздец. Теперь ищи эту. Чижик этого. Хуй знает, где он. В траве, блядь, где-то в траве вот запрятался. Сейчас, может, найду. Может, литолом обмазаться и пролезть туда, прошмыгнуть, не знаю еще пока. Ебать, ты нам ключом накручиваешь, как бабочкой. Там. Дай на 17. На 17-ки? Да, просто, блядь, там и болты разные. Да, одна и та же, а болты разные. На 17. Пошло дело? Да хуй пока. О. Помаленечку, да. Я ебу или что, или ты? Иди ты на. Мотор. Бля, с горем пополам, конечно, первый этот болтик накрутил. Самый, короче, ну, чем я наебался, думаю, что не прикручивается. А у меня трещотка на открыт стояла. Ну, это как будто, ну, неопытность просто. Мало с этим сталкиваюсь. Вот. Ну, вы чё тут, ну? Вот, ну и чё? Ну, Ванёк вот загорает. Как обычно, нахуй. Ванёк загорает. Полтуловища, блядь, погрузил. Только там за пороги особо не кусают, то там ебать дырка я вижу. Да, бля, я тоже заметил, охуел. Бля, короче, тут головка не подстает вообще никак. Надо ключом торочить, блядь. Придется ебать. Щетка у тебя под рукой где-то должна быть. Нихуя, я не нахожу. Прям у тебя над головой. Над? Да. Ебать. Она там... Остренько, ты должен нащупать ее. В общем, что, Ванёк вон там кручивает. Чё, блядь? Чё ты не вижу нихуя? Ты рукой, что ли, нащупаешь? Да я смотрю. Ух ты, блядь. Ага.
кстати, высота вообще как будто не поменялась, блядь. Вообще нихуя. А, просто свесилось колесо сильно, смотри. Да. Охереть, вот это свес нормальный. Тебя бы развал. Я уже почти сосел в них. Evil Empire, laughing all the way to the bank. Ты где? Я на разбитая. А где... Не-не-не, нам как будто этого света хватит. А, вот это ухо? Да. Честно, даже не узнал сначала, думаю, ё-моё. Никто не верил в меня, а я его приподнял, даже слабо. Можешь я выкину? Конечно. Не-не-не, другую, на меня. Блять, бог не тот. Все, хорошо, хорошо. Все, зафиксируем. Тут просто мужики 3 тонны держат. Временно не сбегаем. Блять, болт ты. Блин, надо я какой болт должен быть. Я не я откручивал. Ты откручивал, где болт? Вот этот. Вот это. Оно живое. Сколько им? 12? Да, 12:30. Evil Empire, laughing all the way to the bank.